Всем привет, всем здравствуйте! Вы с Ириной Якут в Америке, и на моем канале я показываю вам ваши заказы, и кто-то другой соблазняется и тоже заказывает. Я делаю то же самое. Меня не было некоторое время, я съездила в Нью-Йорк и в Вашингтон слетала. Возможно, я еще раз улечу в августе на какое-то время, но если это случится, потому что это еще не точно, то я вам предварительно обязательно об этом скажу. Но в любом случае, я в Америке, у меня заказы всегда проходят, потому что я ваши заказы размещала, и даже когда меня не было, я имею в виду дома. То есть я могу делать эти заказы, у меня всегда есть кому встретить заказы, даже если мы с мужем не дома. Все равно заказы всегда ваши приходят, поэтому заказывать не переживайте, если я даже уезжаю. Но, а я вернулась, и я занималась тем, что я быстро-быстро упаковывала и отправила все заказы, которые пришли, потому что я знаю, что все ждут, и у меня не было возможности снимать, что-то вам показывать. Я кое-что сняла, то, что есть в наличии, а то, что, например, уже нет, я и не стала даже снимать, уже просто упаковывала и отправляла. Но, думаю, у нас подсмотрелки еще будут впереди. А сегодня, во-первых, вы знаете, я же тоже соблазняюсь на ваши заказы. Как кто-нибудь что-нибудь закажет, я думаю, мне это тоже нужно. Недавно тут получила... А, ну ладно, не буду это рекламировать, потому что не очень это можно посылать. Вот, иногда что-то получаю и не могу понять, это мое или это не мое. И я писалась всем, кроме девочки, чья ланкомовская пудра пришла с сайта HSN. По-моему, это не моя, по-моему, я не себе заказывала, но уже даже сомневаюсь после того, как парочку раз такое было, что я думаю, чье это еще, а потом понимаю, что это я себе заказала. Вот, это вот такие вот моменты. Я сегодня покажу очки и немного, совсем немного сумочек, которые есть на сайте Outlet, но они были в коуч-бутике, и сейчас они на Outlet, это там коллекция Микки Маус, я вам позже покажу. А, прежде чем я начну и покажу с Джома Шоп очки. Так, прежде чем я начну, хочу вас познакомить с одной девочкой-красавицей. Точнее сказать, с ее инстаграмом. Это инстаграм называется «Украшение мечты Jewelry Dreams». Я вот вам на своем iPad открыла, чтобы вы могли... Так, сейчас попробую как-то вам... Вот видите, как пишется... Название инстаграма. Я ссылку на инстаграм оставлю. У девочки такие классные украшения. Я почему знаю? Потому что она на меня сейчас заказала несколько украшений. И такая красота там идет. Винтажные украшения и драгоценные всякие украшения. Прям очень-очень крутые. Я их дождусь и обязательно вам покажу. Но я буду уже отправлять на нее... И вы сможете с ней связаться. Ну, вот у нее в Инстаграм есть и ее WhatsApp. Вот. Кому, если интересно, потому что это все про нас, про девочек. Нам все это очень нужно. А у нее это все уже в Москве, поэтому я так думаю, что она и рассылкой занимается. И в Москве вы можете подъехать к ней, приобрести это. Я буду ее рекламировать в следующий раз, уже показывая эти украшения, которые вы у нее сможете, может быть, и приобрести. Вот. Это что касается Юлечки. Дальше я хочу вас спросить, чтобы было вам интересно, потому что у меня поступил запрос показать, что еще есть на сайте коуч-бутика, потому что все остальные сайты вы сможете посмотреть, и они у меня всегда в описании есть. А на сайте коуч-бутика не все могут зайти, я вам покажу. Потом на сайт Nordstrom Rack почему-то не все тоже могут попасть, я тоже покажу вам. Хоба меня попросили. И если кто-то еще что-то хочет, пишите в комментариях, пожалуйста. Я в следующем ролике, в следующих роликах буду стараться вам обзоры делать, если вам что-то интересно. А сегодня совсем коротко с сайта Juma Shop. Вот такие вот у нас пришли солнцезащитные очки. Это у нас Каролина Эрейра. Вот. А, вот эти вот они были, их двое. Где-то они по $59 были. Сайт Juma Shop тоже есть, но мы там вот в основном всегда очки заказываем. Там очень большой выбор и дорогих брендовых. И вот, например, вот эти вот очки за 59, это все-таки не очень большая цена. И вторые очки тоже этот же бренд. Вот эти, вот так вот дужки у них выглядят. Вот здесь вот буковки. S-H-H-S-C,
си, нот с. Вот, вот такие вот вторые очки. Вот, и у меня, в принципе, на сегодня для вас все, ничего нет запланированного показать. Если я чьи-то вещи не показала, их еще не отправила, а вы хотите, чтобы я показала, просто напомните, потому что у меня все уже как бы так по полочкам разложено, ждет ваших следующих заказов, чтобы отправлять. Напомните, я покажу. Вот. Ну и дальнейшие вещи будут приходить, подсмотрелки обязательно будем делать. А сейчас кое-что, то, что я все-таки засняла, потому что ну совсем прям одна болталка, простите меня за это, будет сегодня не очень много. Но я надеюсь, скоро будет и побольше. Вот такие равенчики мы часто с вами заказываем с сайта Outlet. Ну и вы комбинируете их ремешками. Это точно такой же ремень, просто он в упаковке, не буду снимать. Он один в один, как вот этот вот. Вот этот равенчик, он что-то около 150, не помню сейчас, поменьше. Может быть, 130 с чем-то. И на сайте Coach Outlet из серии Микки Маус, вот у нас уже... Была сумочка вот такая красная с Микки Маусами, они есть белые, они как такие полукруглые камеры. И вот эта вот красотка, вот эта сумочка, если вот этот равен в этом цвете изначально идет модель Outlet, то вот это модель бутика, и цена у нее была в бутике $595, а мы ее заказывали на сайте, они, по-моему, там сейчас еще есть, на сайте Coach Outlet. Так бывает, когда остатки туда переводят, но вы все знаете. Мы ее заказывали по цене что-то там, сейчас подсмотрю, $168, какая-то вот такая у нее стоимость была. И у нее такие два отдела, ой, одной рукой неудобно. Такие вот два отдела. Вот, кстати, пыльничек идет всегда в моделях бутика. И когда они переходят в отдел Coach Outlet, то не всегда бывают пыльники, но часто очень они их сохраняют. Потому что в моделях аутлетовских пыльников никогда нет. И вот это вот кармашек такой довольно-таки приличный под телефончик вот у этой сумочки. Так, ну и длинный ремешок у него, по-моему, есть. Ну да, он же где-то здесь был, я его видела. Вот эта ручечка. Там цепочка, ее видно, как она выглядит. И я ошиблась ценой, посмотрела не туда. Там, наверное, были какие-то мексиканские деньги. Она 395 раньше стоила в бутике. А сейчас, вот, ну, может быть, побольше скидка на сегодняшний момент, потому что это было на 4 июля. Но, тем не менее, она со скидками на сайте Outlet. У этой сумочки не ремень, у этой сумочки цепочка. Я покажу вам, как она выглядит. С сайта вставлю фото. Так, и в этот заказ мы еще заказали вот такой маленький равенчик, вот такой красненький. Это модель бутика. И мы ее брали на распродаже в бутике. Вот к 4 июля, когда скидки были, вот этот равенчик мы купили там. Красавчика вот такого. Цена у него сколько здесь? 425. А мы его заказали, сейчас подсмотрю. Опять не туда посмотрела. 350 у него регулярная цена. Как-то 175. 425, это что, со скидкой там 60%, что ли? Ну, какой-то он с большой скидкой был. Вот. Вот такие модельки от Coach. И с сайтом Juma Shop мы с вами заказываем много-много в разных очков. В разных. А сегодня у нас с вами часы Hamilton. Смотрите, какая прелесть. Вот такая вот коробочка. Похоже, как будто бы она деревянная. Так. О, умею одной рукой открывать. Но она... Нет, по-моему, это пластик такой обклеен деревом. Но так прям и не рассмотришь, что она не деревянная. И вот такие дорогущие часы. Сейчас я их выну, одной рукой все-таки неудобно. Вот эти конкретно часики до налога стоили $705. Так, ну вот здесь вот бренд у них написан. Это кожаный ремешочек. Вот так вот он сделан. Здесь его видно.
И вот такие вот это крутые-крутые часики. Ну, а я с вами на этом прощаюсь. Берегите себя, пожалуйста. Всем всего доброго. Пока-пока.